Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз будем распаковывать чехол. Уже не один мы его распаковали на моем канале для разных устройств и целей. В данном случае пришел чехол непосредственно для проводных наушников ТВС FreeBuds для Honor либо Huawei смартфона. Но мы будем применять их для других целей. Возвращайте часть денег за покупки в AliExpress с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. Во-первых, что из себя представляет этот чехольчик? Вот такой чехол пришел. Внутри есть карабин для того, чтобы закреплять на какие-нибудь поверхности. Внизу есть сетка, и карабин закрепляется непосредственно за это. Ушко-хлястик непосредственно на этом чехле. Для чего же мы его взяли? Взяли мы его для объектива, который тоже есть на моем канале, а конкретно для объектива аноморфного APX-L, который был недавно на моем канале. В настоящее время при помощи смартфона я его использую и снимаю данную распаковку. Такой вот силиконовый чехол, он помещается сюда без проблем. Дальше помещается у нас зажим и помещается тряпочка для протирки стекла. Все это успешно закрывается и в таком виде переносится. А как сюда помещаются непосредственно ТВС наушники от озвученных смартфонов, я сейчас картинку здесь предоставлю. Но в данном варианте я использовал непосредственно для того, чтобы разместить именно внешний объектив на смартфон, это APX-L аноморфный, для того, чтобы было удобно носить, переносить, чтобы не валялось в разных местах сумки и так далее, а все было непосредственно в одном месте, а именно в этом чехле, для того, чтобы проводить съемку на определенных локациях. Вот такой вот чехол, помимо того, что можно использовать непосредственно для беспроводных наушников, можно еще и применить его для переноски и хранения внешнего объектива. Почему-то APX-L не предоставляет, как вот, например, у Lanzi была тоже у меня распаковка, данный тип чехлов. Хотя в настоящее время, по-моему, они перешли на варианты с чехлами. Всем спасибо за внимание, кому это было полезно. Всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.